Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. Мы продолжаем выполнять контракты в Black Badger Lake. У нас на повестке дня бумажная фабрика, участок А. И нам потребуется куча всяких материалов. Для начала предлагаю заняться металлическими балками. Мэтью вот уже достал GMC Бригадир, дабы размять ему поршня. Купил прицеп, и сейчас мы попробуем забрать вот этот вот металлический каркас. Затем, наверное, выгрузим его. Поедем вот за этим металлическим каркасом. Таким образом, 4 единицы металлических балок у нас будет привезено на бумажную фабрику. И я вот что подумал. Мы же не можем без приключений. А что, если как-то вот так, например, попробовать спуститься к этому каркасу? Или, собственно, вот так. Вот. Мэтью, не спать, косить. Погнали. Посмотрим. Хорошая была идея или, как всегда, гнилая. Здесь на карте нарисовано, как будто там съезд довольно-таки гладкий. Но как это будет на самом деле, мы сейчас увидим. Вон он, этот металлический каркас. Так, ну и что же нам тут приготовлено? Нам тут приготовлены камешки, которые выстреливают буквально из-под земли, для того, чтобы наш автомобиль перевернулся. Так, подняться, конечно, здесь будет, наверное, нереально с грузом, но вот спуститься мы с Мэтью все-таки смогли. Это радует. Да, выключаю, прям завозмущался дифференциал сразу. Так, давайте развернемся, дабы сподручнее было отсюда выезжать. А, ну здесь на разворот, да, здесь как обычно статичные объекты, и статичные настолько, что сейчас будут повреждать нам шины, да? Нет? Нет? Не повреждают? Ну надо же! Как это? Господа разработчики упустили из виду. Так. Что я нажал? Не то. Вот. Металлические балки. 2 единицы груза. В грузовик. Да, и прицеп тоже, да. Вот и нету металлического каркаса. Погнали. Лучше будет ползти нам. Так, а у этого бригадира я что-то не посмотрел, шноркеля что ли нету. Видимо, нету, раз установлен вот такой вот чудо-фильтр. Но это будет проблема, когда мы будем вброд идти. В известном месте. Так, вот здесь, по-моему, у нас не очень-то мелко. Так, а ну-ка я сейчас сделаю ход конем. Сейчас мы переместимся в гараж и посмотрим. Так, магазин грузовиков. GMC Бригадир.
Он, наверное, должен быть вот где-то здесь. Chevrolet Kodiaq. Да, вот он. Предпросмотр и шноркель. Да, у него вот этот единственный шноркель. Значит, у него больше другого и нету. Так что я бы ничего не улучшил. Погнали. Ближе к тому краю буду держаться, чтобы фильтр у нас был всегда на плаву. Хотя бы так. Так, преодолели одно препятствие. Так, тут теперь надо вскарабкаться наверх, но для этого лучше спуститься сначала вниз, не срезая углы, чтобы не опрокинуться. И вот так вот карабкаться. Выбрались. Хорошо. Так, не торопимся. Грузовик этот качает. Так, не слабо. Зато он вроде как камушков не боится. Медленно, но уверенно ползет. Кабину рассмотрим.
помню, по-моему, сюда я не заезжал еще даже. Участок А. Так, и раз, и два. Есть такая буква. Теперь нам вот отсель. Надо бы попасть вот сюда. Как это лучше сделать? Ну, явно не вот здесь. Наверное, вернуться все-таки назад. И если проехать прямо, и вот тут по перевальчику. Плохая, наверное, идея. Я думаю, лучше вот здесь и тут бродиком. Потому что вот это ЖД-полотно, вряд ли там будет нормальная ровная поверхность. Скорее всего, под наклон, как обычно. Мэтью говорит, ненавижу знаки. Сносит все подряд. Так повеселее, по-моему, идет. Не переключаясь. О, здравствуйте, приехали. Так, не погнушаюсь заправиться. И посмотрим, как мы одолеем этот брод. И одолеем ли. Потому что у нас фильтр всего лишь. Хотя вот шноркель чуть-чуть выступает вверх. Но игра может это не учесть. Мой опыт подсказывает, что как только вода коснется фильтра, у нас пойдут повреждения. Надеюсь, что я ошибаюсь. Так. А кусты могучие тут есть? А нету. Ну ладно. Опа. Камень, да?
Хотя вроде просочился, да? Даже не намочился. Наш фильтр-шноркель. О, куст могуч. Нет, не могуч. Но, тем не менее, помог чуть-чуть. Все, выбрались. Ну-ка, камушки повыпрыгивайте. О, как дружненько выскочили все. Опа-опа-опа. Вот что творится. Разворот. Управление грузом. Нет, не загрузка платформы. Вот так. Все, путь ровно наоборот. До заправки. Ну, точнее, даже полностью наоборот, да. Камням сейчас попрыгать опять. Грузовик в грязь проваливается. Камня нет. Камни, наоборот, из грязи вылазят. Они же надувные, правильно? В них же воздух внутри. Поэтому они в грязь у нас не тонут. Все, вроде пролезли потихонечку. Thank you.
Опять куст могучий. Че, вот к той елочке не можешь зацепиться, что ли? Ха, он к ней не цепляется. Нормально. Ползли. Что-то мод этот не срабатывает, смотрите. Вот что вот это такое? Я же вроде установил его. Игра вроде не обновлялась. Странно. Все, приплыли. Картина Репина, да? Куст выручай. И куст выручил. И куст реально выручил. Там написано было, мод работает на большинство статичных объектов, таких как опоры перед этих самых электрических линий, дальше на предприятиях вот какие-то башни, вышки. А это, видать, скала не прописана в этом моде. Ну, допускаю такое. Опять-таки через заправочку. Вот как можно не вписаться вот здесь, а? А, прицеп не дает. Понял я. Это не дает прицеп. Тогда понятно. Тогда да, можно не вписаться.
забирайте. Так, есть такое дело. Бригадира в стороночку. Думаю, вот здесь где-нибудь мы его поставим. А вот таким образом. Дальше топливо. 6 штук. Металлические рулоны. 12. Нам нужно 12 металлических рулонов. То есть 6 единиц металлических балок. По-моему, из одной единицы металлической балки делается 2 рулона. Правильно, я думаю, или нет? У нас рулоны изготавливаются вот здесь. Но это мы, в общем-то, и проверим. В общем-то, и проверим. Предлагаю взять вот этот катерпиллер и поехать в зону генерации груза. Здесь у нас есть генератор, тут же есть заправщик. Так что заправимся и потом попрем эти рулоны вот сюда вот. Металлические балки, точнее. Так, а поближе где-нибудь... Вот, в принципе, есть... А, это кирпичный каркас. Вот металлические балки. Тоже... Вот металлический каркас. Все, да, все далековато. Все далековато. Давайте вот отсюда все-таки. Пересаживаемся в катерпиллер. Это уже давно он тут стоит. Мэтью даже успевает сопли вытереть. Его там колдыбасит по-тяжелому. Он еще и сопли вытереть успевает. Молодец. Молодец. Ничего не скажешь. Это нам 3 рейса надо сделать, да? Дело к ночи. Ух ты как. Крепко зацепился, да? Вот об эту. Так.
Так. Что у нас тут есть? Вот, металлические балки. 4 единицы. Делаем раз, делаем 2. Даже не пришлось заводить генератор. Так, ну и, наверное, Мэтью, что, переночуем. Правильно? Не, нифига, этот мод что-то не срабатывает. Надо его переустановить, наверное. Подзаправиться. Здесь спустимся аккуратненько. О, красота. Так, а зачем я сюда? Да, хотя можно попробовать вот какой-то здесь что-то типа бродика, наверное, есть. А? Вот так вот. И вот так, наверное. А? Как вы думаете? Вот. Чтобы вот это миновать, а? Конечно, мы и заправку туда минуем, но... Называется, не выделывайся раньше времени. Это на повышенном.
принципе, кстати, здесь это дерево поваленное оказалось. Так, а тут вообще есть куда цепляться? Ага, аж два раза. Вон там я вижу какой-то бурелом. Но... У-у-у. Слушай, зря мы сюда с тобой, Мэтью, ползем. Грязища здесь конкретная, да. О, теперь можем туда зацепиться. Главное эти веточки теперь не сломать. О, а дальше пошел. Дальше уже пошел нормально. Ну, в общем и целом, вполне себе проходимо. И как дальше? Тут что-то дальше мне не очень нравится. Такой крутенький, да, подъем. Ну, выгребли, выгребли, да.
Чудо-станция изготовления рулонов. Так, а можно я не буду изготавливать, а вон те вон готовые загружу, а? Не, нельзя так? Вот ёлка-лопалка, блин. Так, и что же? Да, два рулона, это одна металлическая балка. Четыре рулона на складе. Нам нужно 12. Угу. Еще 8. То есть еще два рейса по факту. Ну. Давайте делать эти два рейса. Что теперь? Трубы статичные наглухо, приваренные к земле просто. Так, попробуем, наверное, через заправочку теперь. Ой, забыл я совсем тут. Тут у нас место такое... Хотя пустой грузовик должен, по идее, да, нормально с этим местом справиться. Это с грузом тут атас полный. Мне вроде как сказали, что вот, вот прям вот тут вот более-менее, да, ехать. Чем он там между... Ха! Ребятушки. Действительно. А я между столбами там ломился, блин. А здесь вот оно где. Классно проезжать. Все, будем иметь в виду. Так, и нам теперь бы куда поехать? Вот так или вот так? Ну, вот так, наверное, сильно в объезд. А вот так не. Вот по этой дороге я пробовал. Здесь не очень хорошо. Наверное, я все-таки... Ладно, поехали. Попробуем вот так проскочить. Попробовал, да? Все, включай понижайку и не выпендривайся. Называется. Нормально, подлянка сработала. Будем знать, что сюда не надо ломиться. Лучше в объезд, грязище конкретное по центру. Замаскированное.
Хорошо, что эти фруктовые деревца прочнее более высоких елок. Зараза. Можно было бы в два рейса уместиться, если бы мы грузили одну единицу балок не пристегнутую, но, блин, это больше геморроя, она бы постоянно падала. Мы бы постоянно ее грузили и матерились вместе с Мэтью. Так. Две балки. Пойдет. Опа-па. А чё это тебя так? Так, ну не будем, наверное, брать у заправщика топливо. Сейчас через заправку поедем назад. Все-таки уже. Задолбала эпопея эта вся.
где, за что. От тебя, что ли? Нет. Непонятно. Оп, опять во что-то упирается. Что-то как-то грустно, блин. Хоть кусты и могучие попадаются. Это ладно. Нифига себе. А, ну конечно. В самом таком чудесном месте. И зачем вам цепляться? Так, плывите. Угу. Куст выручай. На тебя вся надежда. Не, больше я здесь не поеду. Надо объезжать вон там. Однозначно вот это место. Вот, по-моему, от фермы вон там по тому броду было быстрее, чем здесь. Складывается такое впечатление. Ну вот за эту подсказку, да, спасибо. По поводу этого брода.
Эй! Слышь? Вот это вот завязывай. Так. Делаем еще. И еще один рейсик. Сейчас уже придется там заводить генератор. Опа. Опа. Бачок потик. Не, пока еще не потик. Охо. На мана. Все, уже разворотил дорогу. Наверное, колею разбил уже все. Не работает больше. Так. И какой куст прочный.
пока найдешь оптимальный путь, этот путь уже и не нужен будет потом. Хотя, может, и нужен. Дело к ночи. Ну. Ты посмотри, а. Вот за что-то зацепился тупо и все. Во. Так, включить генератор. Ну, можно открепить прицеп. По идее, да, наверное. Так, а теперь открыть склад. Вот. Цемент. Нам нужны балки. Металлические балки. Изготовить. Раз. Изготовить два. Все. Закрыть. Я так понимаю. И генератор теперь можно не глушить же, да? Я думаю, можно не глушить. Все, отдыхаем до утра. Мэтью уже отдыхает. А? Кто тут? Ну, генератор вроде так и работает. Ладно. Погнали назад. Хотя можно вот сейчас вот прям отцепить прицеп. Я так думаю. И заглушить этот самый генератор.
Хотя, мне кажется, ничего страшного не будет. Он топливо вряд ли израсходует, но чтобы все по фэншую было, выключить генератор. Открепить. Так, а можно ли... Нет, надо обязательно присоединить, чтобы его заводить. Понятно. Я думал, может, можно на расстоянии. Это было бы удобно. Тут камушки. На камушки прицеп наш садился, да? Ну, вот тут вполне реально себе ползти. Пока найдешь оптимальный путь, уже и задание закончится. Так, обязательно заправиться. И в бродик. Попробуем еще правее. Нет. Еще правее не про канал, а уже колею раздолбал. О, куст могучий. Уже колею раздолбал. Надо
не больше 1-2 раз тут проезжать, тогда еще проскакиваешь. А тут уже вон размесили мы с Мэтью кашку-парашку. Ну, началось. Офигеть, даже лебедка не может снять с этого камня. Чё это? Еще один камень. Так, выгружаем, и раз, и два, изготавливаем, и раз, и два. Мэтью мы это сделали, 12 металлических рулонов имеются на складе, и в следующей части мы их с тобой повезем на бумажную фабрику. Вот, а на сегодня все, здоровья вам и удачи во всем, пока.